Чё-то я, девочки, устал немножко. Давай, девочки-мальчики, давайте пожрём. У меня красная цена есть, да. Сейчас, девочки-мальчики, по красной цене, короче, купил вот такие вот. Лучше... Да, девочки-мальчики, красная цена. Лучше бешераха. Понимаете, я люблю вот такую лапшу. Она очень хорошая. Я что-то оголодал сегодня. Понимаете? Я сегодня так смеюсь. Но мне мои эти родные прямо это, знаете, тоже ржут. Тихо хочется. Да, надо это... Круглосуточные крючки. Да-да-да-да-да. Сейчас мы поедим, девочки-мальчики. Красная цена, девочки-мальчики. Покупайте пятерочки. Ну, в этот раз бульончик у меня есть. Я сегодня сходил в магазин, купил, короче говоря, этой лапши. Красная цена. Она лучше. Лучше всех. Что-то я открыть не могу. Сил не хватает. Собака лаяла. Да, девочки-мальчики, не пожрёшь, не пожрёшь. А вы так не сопротивляетесь. Знаете, девочки-мальчики, тема большая, поговорить хочется. Ой, господи, девочки-мальчики, я вообще... Я сегодня... Я так развлекаюсь, это сегодня это вообще. Да, ваша любимая это... Да... Ну, я сейчас поставлю ее это. Девочки, мальчики, да. Ой. И мы с вами покушаем на камеру. Да. Ой. Белая бирюшка моя. На-на-на-на-на-на-на. Ты под сил. Под смехом. Да, кролики сбежались. Да. Да, девочки, мальчики, сейчас немножко мы. Да, перерывчик небольшой покушаем, мукбанчик сделаем, да. А, зубки черные. Зубки черные. Девочки, мальчики. Да. Вы там обо мне говорите, да, да, да. Как же вас прёт. А большая трёхминутка. А большая трёхминутка. Дайте, девочки, поспела это, как её. Моя любимая лапша. Красная цена называется, да. Красная цена, красная цена. Тра-та-тули, тра-та-тули, тра-та-тули. А где же ты была? Трали-бали-вали. Най-на-ри-на-на-ри. Да, девочки, мальчики. Життя моя, хоть бы не пёрнуть. Ой, девочки, мальчики, всё. Ой. Мамка у меня, когда... Это... Была-то у меня. Да, мамка, когда была. Она это... Когда делала лапшу, то есть, ну вот, добавляла это, яички, курячие, да. И, короче говоря, она там это, в микроволновку ставила, и такая вкусняшка-вкусняшевна была, потом лучка там резала. О-о-о, такая вкусненькая лапша была. Ой, смотрите, девочки-мальчики, хоть бы не упала. Ой. Какая красная цена, классная. Да, девочки, красная-красная. Пятерочки. Это не реклама, девки и мальчишки. Не реклама. Троляшки. Я так рожу, я так хочу. Спасибо, что вы подняли мне настроение своими комментариями, да? Ой. Рожать, не перерожать. Покушайте, девочки, мальчики. Очень вкусно. Ой.
Не, я люблю такую лапшу. Не, доширак, он как-то дорогой. То есть, если доширак покупать, я могу 6 штук купить. Понимаете, 6 штук могу купить. Вот такую лапшу. Точно такая же лапша, девочки, мальчики. Точно такая. Как и доширак, как и бигланч называется, да? Ой, горячая сильно. Подуть надо. Подуй. Хорошая вкусняшка. Очень вкусная. Всем приятного. Короче, вас уже прет. Прет. А меня же как прет. Как меня прет. Песня такая есть, девочки, мальчики. Да, песня такая есть. Я целый день говорит. Пою, не могу напиться. Спеть песню хорошую. Да. Знаете, почему вас прет сильно? Я вас раздражаю, а вы меня раздражаете. Не, вы меня просто веселите. Я не в раздражении, девочки, мальчики. То это не то, то и не то. Ой, девочки, мальчики, это хорошо. Начальника. Я что хочу сказать, у каждого свой контент. У меня такой контент. Разный. Я анекдоты читаю. Я и танцевать могу. Да, девочки, мальчики. И мукбанг весело пожрать. А вы-то чего-то? Вот эти хрю-мухрю, вот это ваши вот. Майнкрафты, танчики, херянчики. Вот эти... Да, девочки, мальчики? А? Вот которые вот это снимают некоторые там. Курлу-мурлу, блядь. Улыбнитесь, в конце концов. А не бегайте, пока... Что попало, не пишите, понимаете? Ну, я просто уже больше не читаю. Я сразу говорю, просто не читаю, сразу... Модераторы вас любят. Мы ржем и пляшем. Ой, не, ну очень вкусно. Кстати, у меня есть это рецепт, запеканка из этого. Лапши. У меня есть это рецепт такой, надо как-то сделать. Там, ну быстро она делается, быстро. Запекается, тыры-пыры. Очень вкусно, кстати. Вы главное жуйте. Не подавитесь. Угу. Всем приятного аппетита. На этом все. Ой, доброе утро. Хоть бы не разлить, девочки, мальчики. Доброе утро, да, девочки, мальчики. Доброе утро. Ой, хороший день. Не правда ли, Маня? Не правда ли? Маня там глазки прикрыла. Спит, короче говоря. Круто. Доброе утро, девочки, мальчики. Ой, как хорошо. Сегодня тоже настроение прет. Кстати, девочки, мальчики, у меня герань расцвела. Сейчас пока.
покажу. Смотрите, девочки, мальчики, какая красота. А ох, какая красота. И она все-таки выжила, видите. Сильная. Красивая. И вот это зацветет скоро. И вот это зацветет скоро. И это вот нормально. А это, блин, падает везде. Это живое дерево. Живучее. Вот оно и называется живое дерево. Знаете? Мой осеменный секотя-тя-тя. Ну ничего, в сентябре уже надо его обрезать будет. Да, а все, девочки, мальчики. Это Кариус. Ну что, пойдем, мать, туда. На лучшем. Что там? Воробьи прилетели. Эти мои хорошие. Да, эти мои хорошие. Солнце мое. Ой, пойдемте туда, на лучшем. Может, Маня пойдет со мной. Пойдешь, Маня? На мою эту дачу. Ой, девочки, мальчики. Идем. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой кота, чижика, собаку, кошку-забияку. А вот компания какая. Мы заскрипели. Ой, видите? Мои хорошие сладкие. Ой. Смотрите, какая красота. Поспела. Будет салатик. Ну чё, деточки, погнали. Да. Утро настало. Жарко-то стало. Девочки, мальчики. Я расскажу вам секрет. Секрет хороший. Да. Знаете, когда был 2009 год, я купил компьютер себе. Да, у меня первая сеть была ВКонтакте. Она до сих пор у меня есть. Да, и самая первая страница до сих пор живая. Да, до сих пор. Плюс ко всему, девочки, мальчики, прямые эфиры я начинал вести на Mail.ru. Сколько мне гадости было написано. Сколько я плакал в то время-то. Да, все это воспринимал всерьез. Как... Да, столько гадостей. Столько мне там писали, обещали. Я до сих пор, еб твою мать. Не могу просто. Ага, аж плачу. Угу. И понимаете, девочки, мальчики, я уже привык ко всему. Да, которого там, к этому дерьму, которое кто-то там мне пишет, да? Девочки, мальчики, вы не думайте, что я такой дурачок и буду и сижу как, тут как того, да? Я сюда прихожу развлекаться, а не то, что вот эти вот ваши хрюму-хрю смотреть, понимаете? Я не хороших... У меня есть хорошие друзья, которые тут, а вот, да? Я им добра желаю своим друзьям. А вот таким, которым даже, извините, даже той же аватарки нету, того же нету... Даже видео нету. И сидят, что-то там возмущаются, и что-то там пишут ерунду. Девочки, мальчики, займитесь сами своей жизнью. Понимаете? Я сюда прихожу развлекаться. А вы, чё, вы пришли развлекаться, чтобы написать человеку нормальному гадость? Это вот для этого вы и создаете аккаунты. Матрёшка, хирёшка, да, девочки, мальчики, маньёшка. То у вас вот такая вот манера поведения. Ну, девочки, мальчики, у меня в перископе было 5000, 3000 в эфирах. А вы мне говорите тут ещё.
Понимаете? Давай. Да, девочки, мальчики. Побьё быков я. Да, девочки, мальчики. Где моя кружка большая, а, Марь? Ой. Что-то соринка попала, девочки, мальчики. Надо вытащить. Вы же там глазастые. Вытащим, давайте, немножко. Ой. Я прям не могу. Ну, что такие же восприимчивые. Я даже, ребят, не бухаю, не пью, как некоторые там сидят в эфирах, бухают и пьют, курят и что-то там что-то делают, да? Айте моя вот, видите, кошечка. Да. Я что хочу сказать? Чебуреки, шерсть уберите. Давайте гладкошерстные вы мои. Ой. Удивили меня. Понимаете, ну, чушь я скажу, кофе попейте. Мне вон помидорка поспела. Славные вы мои. Я что хочу сказать, он Маня голубей хочет поймать. Маня, не надо ловить голубей, они жить хотят. Она старается мясо добыть. У ней корму... Не, корму не это есть. Китикет, фрискис, вискас. А этого... Как её, жёлтый такой корм, его нету, что-то не стали продавать. Девочки, мальчики, погода отличная. Косить пойти надо. Девочки, мальчики, мне надо косить. Конечно. А что делать? Да. А что делать? Да, птички летают. Хорошо так, как девочки-мальчики. Утро, проснулся. Замечательно все. Помидорка у меня вон она, смотрите. Там, да, поспела. Ой, солнце мое. А там сзади и петунья. Ребят, утро настало. Хорошо. Понимаете? Будьте добрее. Что ж вы такие? Чижики-пыжики. Ой, кайфуша, кайфуша. Ой, девочки, мальчики. Я наработаю. Я работаю, девочки, мальчики. Знаете? Знаете? Я вот сейчас вот просто ноги положил. Вот так вот. Просто вот положил ноги. Лежу себе вот тут вот на лучше, загораю, солнце палит, солнце палит. Девочки, мальчики, сейчас вы напишите, с утра уже припьян. Я ни грамма не пьющий, девочки, мальчики, это просто кофе, черный кофе. Будете пить кофе, будете точно такие же. Не, девочки, мальчики. Я не пью, вот честно, вот. Зуб даю. Не пью. Не пью. Не пью и не бухаю. Хотя это одно и то же. Пить и бухать это одно и то же. Да, курить тоже. Ой, девочки, мальчики, все хорошо. Я вот на лоджии отдыхаю, кто-то идет в магазин работать, кто-то на трикотажную фабрику, кто-то там, я не знаю, дворником, мести улицы, токарем кто-то, слесарем. Ну, каждая профессия, ну, всем нужна, девочки, мальчики. А меня не возьмут, девочки, мальчики, меня даже нигде... Даже вот в магазин не возьму. Ой. Понимаете? Я ж на пенсии.
Вы не помните? Я же вам 100 раз говорю, 1000 раз, да? На пенсии. Да, мне 48 лет, и я вон выгляжу как молоденький пацанчик. Ну, немножко... Ой, повеселим. Я же вас веселю. Вас веселю. Чтоб вы улыбнулись. Надо же быть клоуном иногда. А вы некоторые такие прям вот, знаете, вот такие вот, я не знаю. Я прям не знаю. Вы прям меня на цитаты разберите, мои эти... Пёрлы. Первые, да, девочки-мальчики. Кстати, картину я сам делал, девочки-мальчики, по номерам, да. Ой, солнце светит, 28 градусов. Ночью дождь был. Ну да ладно, успехов вам.